А вы знали, что если взять две пластиковые бутылки, посредине крышек просверлить отверстие, отрезать дно и порезать бутылки на полоски, к шпильке с резьбой, гайками и шайбами бутылки прикрутить, как показано на видео. С другой стороны шпильки надеть шланг, взять стеклянную и очень грязную бутыль, самоделку в нее вставить, шпильку закрепить в патроне дрели, дрель включить по часовой стрелке. Спустя небольшое время бутыль станет чистая, как новая, то получится самодельный ёршик для больших стеклянных бутыль.